Toyota Hiace, он же Granvia. Установили мобильный офис, полностью переоборудовали салон. И теперь в нем есть масса современных комфортных возможностей. И вот здесь девушка изучает, тренируется, как всем этим пользоваться. В принципе, внешний автомобиль не претерпел никаких изменений. Все изменения идут внутри. Сейчас мы вам расскажем, покажем, как всем этим чудом пользоваться. Самое важное, самое главное в этом салоне, это, конечно же, перегородка между передней частью, где находится водитель и передний правый пассажир, чаще всего это охранник, и задней частью. Надо сразу же понимать, что спереди место не сократилось для участников движения. Все так же по максимуму, сиденья максимально далеко отодвигаются назад. Перегородка полностью многофункциональная. В ней есть и телевизор, и стекло со сменяемой светопропускной способностью. И также полностью переделаны у него борта, сиденья, оригинальные сиденья от Granvia с максимальным функционалом. Здесь переставлен максимально далеко назад. И масса удобных, комфортных, приятных дополнений вас ждет в этом автомобиле. Несмотря на то, что здесь такой дизайн, очень просторно и удобно заходить. Места для входа внутрь салона очень много, гораздо больше, чем в других переоборудованных микроавтобусах. Для того, чтобы пользоваться телевизором, достаточно взять в руки пульт, активировать и запускать различные приложения. Все, что в обычных домашних телевизорах есть, присутствует и в этом устройстве. Чтобы опустить телевизор, нажимаем просто кнопку, которая находится на борту. Точно так же поднимается. За телевизором есть стекло, которое также управляется кнопкой. Пожалуйста, общайтесь с водителем, смотрите на дорогу. Если надо, то стекло еще может менять светопропускную способность. В перегородке находится бар и холодильник. В любой момент можете открыть, закрыть, пользоваться все что угодно. Также есть откидные тумбы, выезжающие сиденья, что называется. И справа, и слева. Теперь вы можете ехать вчетвером, а можете использовать эти сиденья как атаманки для пяток. Когда они прячутся, их практически не видно. Как вы успели заметить, я достаточно быстро разобралась, как и что здесь работает. Буквально за 5 минут можно уже ехать с комфортом. Как вы видите, в багажнике достаточно много места для ваших чемоданов. Имейте в виду, что здесь мы установили акустическую систему, о чем свидетельствует сам буфер. Все работы, связанные с макетированием этого салона, произведены в подразделении, которое у нас называется БГТ-макетка. Здесь делаются абсолютно все автомобили. Сложные проекты, попроще, интересные, стандартные, необычные. Все виды автомобилей обслуживаются и собираются именно здесь. Здесь вот есть такие вот редкие, уникальные, и вот такие, и новые, разные. Все виды автомобилей обрабатываются в этом цеху. Изготовленные в макетном цехе элементы салона перешиваются, перетягиваются вот в этом цехе, который условно разбит на две части. Одна часть занимается перетяжкой пластика, вот куча элементов от другого автомобиля. А другая часть этого цеха занимается непосредственно перешивом сидений. Вот здесь у нас два раскроенных стола,
И здесь у нас масса различного оборудования, на котором в будние дни трудятся высококвалифицированные сотрудники. И вот здесь такие вот сиденья от разных автомобилей. Вон то от микроавтобуса, 16 мест. Здесь обычная машина, вот это вот все от Гелика. Так что обращайтесь. Теперь вы узнали о нашей корпорации немного больше. И наверняка увеличилась степень доверия к нам. После того, как автомобиль полностью готов, специалисты детейлинг подразделения доводят до идеального состояния и наружное, внешний вид, и внутреннее убранство. Химчистка, полировка. Все виды работ по изготовлению таких шикарных мобильных офисов производятся в одном месте. Практически в центре Москвы, возле Москва-Сити. Вон из наших окон и видны эти небоскребы.